Итак, девочки, у нас такая задача. Обыкновенная молния с маленькими зубчиками. И вот подготовленный вход в молнию под нее. Мы хотим сделать, так сказать, ложный гульфик. То есть эта молния не потайная, к которой мы сейчас привыкли, а мы молния самая, что ни на есть обычная. Как мы это делаем? Припуск под застежку молнии мы проклеили, потом мы его обметали. Конечно, он тут немножко нам маловат, но что делать? Будем, как говорится, обходиться, выходить из положения, как оно есть. Мы его сначала сметали, этот участок, низ прошили, поутюжили хорошо, разметали и начинаем работать с молнией. Для этого мы ее вот так открываем, вот сюда ставим и отступаем от вот этой вот закрепочки 7 мм припуск на шов, чтобы закрепочка в шов не входила, и начинаем, выпуская вот эти вот зубчики прям в 0,1 меленькими стежками приметывать. При этом саму молнию я немножко делаю со слабинкой, как бы припосаживаю молнию. Не изделие, а молнию. Потому что в любой уработке она урабатывается и становится как бы немножко короче. И подтягивает нам этот участок. Многие утюжат молнию, утюжить тоже полезно. Но и припосадить вот так вот слегка, приметывая, без фанатизма, это тоже очень-очень хорошо. Так, так, дошли до низа. Нам неудобно. Продолжаем. Вот так, вот так. Пошел разворот. Смотрите, я хочу, чтобы эту молнию было не видно. Я сейчас возьму и вот так вот наезжаю как бы левой стороной на правую, перекрыла ее немножечко. Перекрыла эту правую сторону и делаю несколько стежков. Я хочу, чтобы молнию было не видно. Вот, видите как, да? Сделала несколько стежков. Дальше. Открываем молнию до конца, смотрим. Ага, видите, на какое расстояние я отодвинулась от этого нашего сгиба? На такое же расстояние я отодвигаюсь булавочку, Лера. Вот здесь, видите, молния идет с провисом. И начинаю приметывать до конца, чтобы вот эти вот у меня были одинаковые. Вот так проверяю, да? 0,7, там и там все сходится, конец зафиксировала и начинаю приметывать дальше. Вот уже с этой стороны, чтобы далеко не уехать. Вот этой ниточки, Лерочка, уже нет. Она сейчас нас с толку сбивает, она нам не нужна. Когда мы примерку закончили, удаляя ее, мы эти нитки вспомогательные удаляем, они нам нужны только на примерку. Понимаете? Вот, вот так вот мы должны видеть. Вот сейчас нам удобно. И мы спокойненько идем. И, конечно, если бы здесь припуск был чуть-чуть побольше, нам было бы легче. Но я все равно выйду из положения, потому что я поменяю лапку на однорожковую и постараюсь прострочить как можно ближе к нашим зубчикам. Так. И сделали вот такую вот закрепку. Сейчас мы остановимся и перейдем на машинку. Молнию не закрываем. Вот так вот. Поменяли лапку на однорожковую. Вот смотрите, называется «Я строчу в 0,1». Видите, очень близко к краю. Это называется строчка. Так, идем. Дальше идти не могу, потому что мешает мне вот эта собачка. Значит, я собачку пропускаю наверх. Так. И продолжаю шить. Вот, до сих пор. На 1 миллиметр ниже прошитого шовчика. Угу. Теперь вот так наискосок пойду, чтобы красивенько у нас было. Так, могу
закрепочку еще такую сделать. Так, еще стежочек один сделаем. И вот сюда разворот. И начинаем строчить прямо вот близко-близко к нашим зубчикам. Прошили, иголочка вниз, собачка тоже вниз. Раскрыли и дострочили до конца. Поставили закрепку. Вот, все мы все пришили. Теперь у нас проверка, насколько хорошо мы справились с этой задачей. Давайте смотреть. Все у нас, конечно, вот так вот выглядит. Вот здесь так это поутюжится. Вот сюда. И тоже все поутюжится. Вот смотрите, как это выглядит. Если бы мы другую вот эту лапку имели с правой стороны, мы начали бы строчить с этой, с левой стороны. Вот здесь наплывчик бы сохранился. А так как мы шли наоборот, наплывчик вот этот вот немножко убежал. Но я думаю, это небольшая беда. Да? Все. Фальшивый гульфик.